Итак, смотрим, что у нас следующий за бизнесом и карьера идет показатель воспитания. Помните, мы говорили, что воспитание – это фундамент. Первый этаж – предназначение, второй этаж – это отношения, семья, третий этаж – это бизнес-работа. А фундамент – это воспитание. И поэтому я оставил анализ этого показателя как бы на финальную часть нашего разбора, потому что, чтобы мы прочувствовали, насколько он действительно важен и насколько этот фундамент важен в жизни каждого человека. Так, в показателе воспитания или в показателе развития, да, Михаила Задорнова стоит, получается, семерка, ну, при расчете, что мы берем из даты рождения, по определенной системе, методике рассчитываем эти показатели матрицы. У Михаила Задорнова получается семерка. И в этой системе нумерологии семерочка – это энергия изучения, самоанализа, изучение самоанализа, да, энергия молитвы, медитации, энергия мудрости. Ну, главное значение семерки – это мудрость. Я люблю говорить, мудрость означает мудрые мысли, мудрые слова, мудрые решения, мудрые поступки. Откуда к нам эта мудрость приходит? Три канала. Первый канал – изучение, второй канал – молитва, третий канал – медитация. Вот по этим трем каналам мы набираемся мудрости, а дальше проявляем ее через отрешенность и интуицию. Отрешенность – это способность видеть все сквозь призму разума, да, и понимать, что и что. А интуиция – это внутреннее чувство, которое позволяет нам не просто понимать, а чувствовать, что и что. И вот мудрость, она объединяет в себе эти два элемента. И способность понимать, видеть, и способность чувствовать. Да? Потому что именно вот эти два канала превращают мудрость в совершенную такую вещь. И поэтому вот в зависимости от того, насколько по жизни Михаил Задорнов вот, научился проявлять эту мудрость, ну, прошел через достойное воспитание, которое сделало его мудрым. А он получил достойное воспитание, да. Он набрался мудрости, в конечном счете он начал изучать ведическую традицию, да, веды – это уникальный кладезь знаний, кстати, медитации также и молитвы. И поэтому в этом смысле можно сказать, что он также этот показатель развития свой, да, успешно реализовывал. И здесь я также подчеркиваю эту важную вещь, что когда речь идет о семерке, речь идет не просто о знании, да, речь идет о знании, которое мы пропускаем через собственный опыт. И когда мы этим знанием делимся с другими, то вот это знание не теоретическое, это знание, подтвержденное нашим жизненным опытом. Ну, вот это называется мудрость. Да. В той степени, в которой Михаил Задорнов укреплял этот фундамент, набирался все больше и больше этой мудрости. В той степени он мог успешно реализовывать свое предназначение. Помните, мы говорили через пятерочку, да, реализовывать новые возможности и выходить на новый уровень. Затем выстраивать отношения правильно, то есть достигая своих целей, никого все-таки при этом не задевать. И вот проявлять свое творчество, да, и притягивать в свою жизнь достаток. Вот так вот работают в комбинации все эти четыре показателя.